по многочисленным просьбам мы вас приглашаем в нашу семью. И сегодня мы будем вам рассказывать все тайны нашей семейной жизни. Все, что остается за кадром, и все то, что мы тщательно скрываем от разных СМИ. Но хотим здесь немножко приоткрыть, так сказать, наш занавес. Поэтому давайте приготовьтесь, наливайте чашку чая, кофе, либо же покрепче. Все, как всегда, с вами семья Череватые. Или Череватых? Череватых. 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 Поэтому, да, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Поехали. Какое впечатление оставили друг о друге при первой встрече? Пойдем? Ну, какой, Елен? Мы познакомились онлайн, в сети, на сайте знакомств, поэтому до первой встречи было еще много впечатлений. Вот вообще Влад был такой сдержанный, асоциальный. Пытался максимально скрыть свою личность, рассказывал, что он там курьер на Новой почте, либо водитель автомобиля, либо что-то вот еще такое. Короче, было непонятно, и встречаться мы особо не планировали до какого-то времени. Потом все изменилось, правда? Лена заказала приворот на меня. Наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Теперь я. Лена, о магии до встречи с Череватым вообще ничего не знала. Ну, неважно. Мы им сейчас соврем, скажем, что вот, в рабстве. Обычно наоборот, а тут ты что-то... В любом случае, наша встреча не случайна. Мы терпим друг друга уже 5 лет на эту минуту. И каждый день мы теперь вспоминаем, что мы 5 лет вместе, и от этого становится страшно. А теперь что... и Лена стерпит. Лена постарела, уже не такая, как была раньше. Да? А я все лучше да лучше. Это знак. Так. Готова? Да, я готова. Какие совпадения и случайности привели к вашей первой встрече? Вот к нашей первой встрече никаких случайностей таких особо не было, но когда мы думали, что у нас уже последняя встреча, начались совпадения и случайности мистические. Лена зашла в дом, я был в машине, мы еще ни разу не целовались. И, значит, в моей первой машине в Subaru зазвонил телефон. Я про себя думаю, все, нахер, не буду я больше звонить, не буду с ней больше общаться, и в целом мы друг друга забудем, и слава тебе, Господи. А все получается чуть по-другому. Что за ниндзя? Мы получилось чуть по-другому, не отвлекайся. Телефон жалко, не узнаю. Давай, давай. Это как сегодня у нас на этом, на кладбище. Все получилось чуть по-другому. Да, все. Все получилось чуть по-другому. Зазвонил телефон. У меня. И у меня. А потом спустя год мы поняли, что мы друг другу не звонили. Это было спустя время. Но... Но этот звонок заставил меня выйти из дома, сесть в машину и еще раз поговорить. И первый раз мы поцеловались. И дальше мы начали встречаться. А дальше мы начали просто вместе работать. С первого дня совместной жизни. Первый день совместной жизни у нас совпал с первым рабочим днем общим. Поэтому... букетно-конфетный период прошел очень быстро. И начались обычные семейные будни. Иди ко мне, иди, иди. Родственнички мои, прямо сейчас для вас обновленная версия ключей, а именно уникальное предложение, потому что я знаю, что каждый из вас желает обрести тайные знания, научиться развивать свою силу, работать со своей энергией, менять себя и свою жизнь и жизнь своих близких. Безопасно. Только для вас прямо сейчас хочу предложить уникальное предложение. Переходите на мой сайт vladchereваты.com, раздел 13 ключей и ознакомьтесь с ними. Знаете, что с сегодняшнего дня скидочная цена на все ключи. Вы можете их приобрести комплексно, все и сразу, без разделения, по особой цене. Переходите прямо сейчас. Количество предложений ограничено. Какие чувства вы испытывали в этот первый день? Первое чувство, наверное, было, зачем это нужно? Второе, наверное, знак. Третье, можно попробовать. И постепенно это все перерастало во что-то больше. Ну да,
и все переросло в льва. Но у нас совпадали интересы, потому что мы изначально жили целью такой, что каждый из нас хотел семью. Ну, то бишь, если жить, ну, встречаться, то это сразу должно привести к семье и к полной семье с ребенком. Потом мы заранее Леву планировали и знали, как у нас будет дальше наша строиться жизнь. Ну да, либо серьезные отношения, либо никаких. С момента вашей встречи сильно ли вы изменились? Я думаю, мы очень много прошли вместе. Этот путь был нелегкий, и мы, наверное, бы повзрослели, омудрели, может быть. И сейчас мы такие, какие мы есть. Оригинально. Да. Влад стал более, хотел сказать, самостоятельным, но такой себе. Каким? Елена. Влад стал более внимательным, более семейным, да. Потому что все-таки семья, ответственность, ребенок и... Лена, на себя вылет. Хотите сок? Иди сюда. Давай, сюда. Влад, какие изменения? Лена стала взрослее. Это факт. Чем дальше, тем краше. Это тоже факт. Я об этом каждый сейчас вечер практически пойдем. Говорю. А, не знаю, какие-то ошибки мы начали переосмыслять. И начали понемногу, по-другому воспринимать окружение. Мы поняли, что друзей нет. Ну, либо же они есть, их может быть вот даже... На вот, пальцах одной руки можно... Даже меньше, такой. Наверное, 2-3. Это максимум, сколько может быть людей. Мы поняли, что наше окружение делится на людей, которые встретили после телевидения, и на людей, которые были до телевидения, до всей популярности. И это, наверное, также нас скрепляет. Плюс мы поняли отношение друг к другу, когда у тебя большая женская аудитория, и о том, как мы ревнуем, не ревнуем, и такая проверка чувств была. Но мы понимали, что это будет, и к этому очень спокойно относимся. Это, кстати, очень часто тебе вопрос задают, ревнуешь ли ты? То есть у нас есть определенные договоренности изначально, что если кто-то идет налево, то наши отношения заканчиваются, неважно. Но они заканчиваются перед тем, как кто-то подумал идти налево. Ну да, да. Что все обсуждается. Поэтому у нас также наперед уже запланирован развод, который, если будет, и как он будет происходить. У нас все уже продумано. До мелочей. До мелочей, так сказать, да. Те варианты, вот... Чем отличается надежда от веры? Можно надеяться до последнего, что все будет хорошо. Но вера — это когда ты понимаешь, как пройдет развод, как вы дальше будете жить. И все возможные варианты предусмотрены. Да, кстати. Но это не значит, что у нас все плохо. Просто у нас доверительные, может быть, отношения. Конечно, вот быт оно, и за быт оно все приедается, но мы сделали вот даже недавно вывод. Сначала Лена была против, а потом мы подумали, что это крутая идея. Ну, как крутая, она чем-то по-другому меняет отношения. Что у нас будет, например, свой дом, будет у каждого своя спальня, то бишь комната образна для свидания, для общения. Это очень крутая идея, потому что каждый может отдыхать как хочет. У каждого, у кого-то есть телек, у кого-то есть кондиционер, и каждый ловит свой определенный кайф от этого. Да, потому что Влада спать только с телевизором, а я могу спать только чисто в тишине, исключительно. Прям даже легкая музыка на фоне не даст мне уснуть. Ну и Лев, соответственно, спит только в тишине. А Влад любит полночи тиктоки полистать, видео на ютубе посмотреть. И не дает всем спать. Поэтому раздельные комнаты — это самый идеальный вариант. Какие преграды вы преодолевали в семейной жизни и как это повлияло на вас? Переезды. В первую очередь, наверное, самый основной этап – это очень глобальные судьбоносные переезды. Притом их было уже несколько. И да, наша жизнь несколько раз начиналась с полного нуля. Иди сюда. Сюда. Поэтому это, наверное, основные трудности, которые у нас были. Плюс кризис наших отношений также у нас было, и сейчас он есть моментами. Мы так же, как и обычно люди, ссоримся, но и быстро миримся. Или просто выдерживаем паузу, чтобы подождать и паузу, обсудить все. Да. Вообще, в отношениях, может быть, даже мы ничего особо и не преодолевали, потому что мы были заняты работой, 70% нашей жизни это была работа совместная.
и наша жизнь проходила там. И если были какие-то конфликты, то они были на фоне работы исключительно. Хотели ли вы развестись? Каждые 2 дня мы разводимся стабильно. Влад разводится. Влад всегда разводится. Каждый день разводится. У него очень плохое настроение, поэтому он разводится. Но мы разводимся, а потом миримся. Очень сильно миримся. Вообще, рождение Льва был переломным моментом, потому что все-таки ответственности в жизни становится больше. Есть маленький ребенок, который без тебя ничего не может, и тебе надо за него отвечать. А Влад привык везде быть вместе, чтобы вместе на работе, вместе дома, вместе в офисе, вместе куда-то поехать. Но когда ребенок совсем маленький, это невозможно. Поэтому на фоне этого, конечно, у нас были конфликты. И сын нас сейчас убежит босый. Он разбывается. Как вы справляетесь с конфликтами, чтобы сохранить гармонию? Гармонии нет. На сегодняшний день гармонии особо-то нет. Но это нормально. Это решится вопрос в ближайшее время. Поэтому мы идем к этому. Это мы временно. Мы очень хотим сейчас переехать в дом в Подмосковье, потому что это будет удобно мне, удобно Льву, удобно Владу. Опять же вернемся к раздельным комнатам. Пространство будет для всех. И у Льва будет свое пространство. У Влада, у меня и у всех, у всей большой нашей семьи, которая с нами проживает на данный момент. Как вы проводите время вдвоем? У нас его практически нет, этого времени. Если мы проводим, то либо поздней ночью, сразу после съемок. Бывает, что до 12 ночи сидим где-то в кафе, где-то в ресторане. Обсуждаем, так сказать, вопросы дня грядущего. Рабочие. Да, и на утро уже обратно у нас начинается все как билка в колесе. Не, но съемки, мы проводим время вместе. Когда Влада личные приемы, когда мы ходим на кладбище и когда гуляем. Наше личное время – это работа, потому что работа – это не только работа, но еще и… Это образ жизни Влада уже, как бы то ни было. Поэтому да, мы ко всему уже приспособлены. У нас нестандартное времяпровождение, назовем его так. Для нас это стандартное времяпровождение. Каково быть родителями и при этом сохранять страсть в отношениях? Сложно быть родителями. Нет, сложно сохранять страсть в отношениях, когда Лев с 3-4 часов ночи всегда спит с нами, потому что у него болит животик. Нет, но тем не менее, все у нас хорошо. Да, есть очень много мест других. Там, где ты не родитель. Родитель-то дома. Страсть мы сохраняем постоянно. Но мы же работаем над этим. Мы вообще такие, да, неординарные люди, что если мы сильно поскандалим, у нас это все уже как точка кипения какая-то, и эмоции бушуют, их нужно куда-то реализовать. Да, сначала кричат, что мы разведемся. Обосрать друг друга с ног до головы, рассказать, кто есть кто, а потом спустя час, как ни в чем не бывало. Какой Влад отец? Влад прекрасный отец, он старается для семьи, старается проводить максимально времени дома, но, к сожалению, этого времени катастрофически мало. Но вместо того, чтобы отдыхать, он пытается уделить время Льву. В основном я время ему уделяю ночью, когда он рядом с нами спит, поэтому это по максимуму времени, мне кажется, которое я могу ему на сегодняшний день делить. Но все понимают, то бишь у нас так построены дома взаимоотношения, что все понимают, почему это, и это неизбежно. Как вы находите баланс между семьей, работой и временем вдвоем? Это тебе вопрос, ты работаешь. Мы не ищем баланс. Просто все происходит само собой. То бишь у нас нет такого, что вот сейчас по планам сегодня у нас встреча, общение друг с другом, так уделить время. Нет, мы живем здесь сейчас, вот если в эту секунду мы понимаем, что есть время, и оно для нас идеально, то значит мы идем и общаемся, либо же делаем какое-то совместное дело. Сложно что-то структурировать, если у Влада нету рабочего графика, и съемки могут быть в любой день, об этом могут предупредить утром, поэтому строить планы. Мы уже забыли, что такое строить планы на совместное времяпровождение, потому что это срывается. Как рождение ребенка повлияло на Елену? Я поняла, что Лена очень внимательная мать. Это первое, наверное, самое основное. Потому что даже если что-то все хорошо, Лена будет все равно ходить вокруг него и такая прям опека-опека. Поэтому она трусится за каждым движением Левы.
Но это круто. Поэтому что изменилось? Мне кажется, это основа, что просто идеальная мать, без преувеличения. Я начала ценить жизнь, например. Если раньше я планировала работать в следствии, и я понимала, что эта работа опасна для меня, меня могут убить в любой момент, и меня это не смущало. И сейчас я понимаю, что я могу пройти аккредитацию, пойти работать по профессии, но я боюсь, что если со мной что-то случится, Лев останется без мамы, и это меня стопорит. Приоритеты изменились, в общем. Иди сюда. Как вы реагируете на сомнения и критику ваших отношений? Ровно. Ровно. Мы очень даже много раз смеялись, когда там Лене приходят какие-то сообщения, какая она страшная, ужасная. Лена показывает. Я хочу как-то написать, начинаю говорить, что вот, закрой там свой рот и так далее. Лена говорит, забей, типа, вообще все нормально. Просто, типа, поржали и все. Ну, то бишь, я до сих пор, бывает, моментом еще реагирую на хейт. Лена изначально на это не реагирует, и мы знаем то, что творится за пределами экранов и камер. Поэтому мы знаем друг друга, как никто другой. Понятно, что люди знают всегда больше, чем мы, но истина всегда остается за нами. Когда начинают учить в переписках, типа учить жизни, учить отношениям и всему остальному, то это самое глупое, что может быть. Потому что я думаю, чему ты меня научишь? Непонятно. Либо же Лену. Мы и так знаем, как нам жить, и нас все устраивает. Короче, к хейту, к комментариям дебильным мы относимся очень прекрасно. Какие бытовые моменты для вас стали наиболее смешными или значимыми? Самый смешной бытовой момент – это то, что Влад стирает и сушит 24/7 и никогда не складывает. Он просто стирает грязное, чистое, то, что надо, то, что не надо. Это фетиш. И все скидывают просто в ванную. Я захожу, а в ванной гора. И я думаю, блядь, мне это надо складывать, а он стирать не перестанет. Ну, это прикольная функция. Нет. Я так успокаиваюсь. Я прихожу, первое, что иду, не раздеваюсь после съемок, а сразу до стиральной машины. Если бы ты складывал то, что ты стираешь. Складывать неинтересно. Складывать придет уборщица и сложит. Уборщица не складывает, уборщица убирает. Кто и виноват. Вот и поговорили. Какие уникальные традиции и ритуалы вы развили в своей семье? У нас нет каких-то традиций, ритуалов. У нас все само собой. У нас нет чего-то такого, что мы утром завтракаем вместе. Потому что, во-первых, у нас по времени это никак не получается. И плюс, я, например, вообще не люблю утром завтракать. У меня начинается первый прием пищи после обеда. После 12. Поэтому у нас разный режим жизни и график жизни. Соответственно, нас так устраивает. У нас так изначально было, и каких-то ритуалов, традиций у нас самый нет. Важный ритуал в нашей семье, что после ритуальных работ Влада лучше пару часов не трогать, он должен отлежаться. Это самый важный ритуал, который поддерживает наше спокойствие в семье. Так мы и живем. Все как у всех. Практически. Совместные интересы помогают вам преодолевать трудности. 100%. Они и помогают преодолевать трудности, но при этом они иногда нас ссорят, просто до лютой, вот так вот, до лютой вражды доходят. Но мы с этим справляемся, пока что справляемся. Как сохранить желание и влечение друг к другу? Не забывать, что мы в первую очередь не родители, а все-таки пара. Следить за собой, делать друг другу приятности какие-то. Сюрпризы, кофе в постель. Просто, это, кстати, да, у нас было. Просто сохранять какие-то теплые отношения, потому что обычно родительство, оно такое, все, я родитель, там, а я работаю, я зарабатываю, ты домохозяйка. И на этом, мне кажется, рушится большинство отношений. Потому что во всем надо как-то поддерживать друг друга. Я езжу с Владом иногда на съемки. Если у него есть время, он может помочь мне убрать дома или приготовить что-то покушать. Везде должен быть какой-то баланс и компромисс. Какой совет вы можете дать начинающим парам? Нужно сразу не жениться. Мы этого не делали. Надо прожить вместе год и понять, кто какой в быту, кто какой в постели, у кого какие принципы. С нас наши родственники удивлялись, почему Влад, мы так... Влад, он не завалит? Он не завалит? Ой-ой-ой. Хоп. Ой, сейчас было бы
Сейчас было бы дорого. Нужно прожить год. За год будет понятно, подходите вы друг другу или нет. Нет. Не слушать никого из ваших близких родственников. Не им спать с вашим партнером в любом случае. И не давать им лезть в вашу личную жизнь. И важно понимать, что у вас вы живете у себя дома, на съемной квартире, или это ваше жилье, неважно. У вас есть какие-то принципы в быту. Вот Влад, если пришел домой, кинул носки в угол, значит, носки лежат в углу там до утра, потому что вечером я убирать не хочу. И есть многие семьи, у которых в семье есть мамы, папы, бабушки, дедушки, которые всегда хотят показать, как лучше, чему-то научить. Но каждый хозяин своего дома, и у себя дома все-таки не стоит разрешать кому-то... Типа, давайте, кто-то подойдите. Перестраивать свою жизнь. Это и есть залог счастливых отношений, мне кажется. Да, в любом случае нужно год точно прожить его для себя, и дальше уже будет видно. Мы живем таким принципом. И понимаем, что родня не должна влезть ни в твою интимную жизнь, ни в целом твою жизнь. Они могут давать какие-то советы, вы слушали, но... Но советы они дают, если ты спрашиваешь об этом. Да. Но у меня с родителями так. Как справляетесь с бытовыми заботами? Кто за что отвечает? У нас нет такого. У нас полное равноправие. То бишь у нас каждый делает то, что сегодня вот нужно делать. Кто быстрее домой пришел, тот и отвечает за все, что нужно ответить сегодня. У нас нет такого, что мы делим, вот, это женская работа, это мужская работа. Нет. Любая работа равна. Поэтому это тоже основной принцип нашей совместной жизни. Поделитесь ли рецептом счастливой семейной жизни? Я думаю, мы лет 20 вместе проживем, потом поделимся каким-то рецептом долгой совместной жизни. Не, 15 разведемся. Это и так много, 20. Надо не потерять еще это, чтобы ты не страшненько осталась, чтобы нашла кого-то нормальность. Я тоже, чтобы не постарел. Поэтому нужно пользоваться, вот как раз прожить этот момент, пока ты еще не засох. Чтоб ты с абрикоски не стал курагой? Да-да-да. Рецепт счастливой жизни. Вот если первые 5 лет прошло все относительно нормально, то еще 10 и хватит. Не планируйте 50 лет совместной жизни, дальше уже неинтересно. Вот 15 пожили, разводимся и дальше живем в новом браке. Все, у вас постоянно будет интерес какой-то. И ваша функция там половая будет работать. И вы еще все успеете. Поэтому, ну, как бы, это вот оптимальный вариант. Нет. Нет, мы так дома живем. Поэтому... Скажу вам по секрету. Подписывайтесь обязательно на Инстаграм Елены Череватой. Находите ее. Там вся тайная информация. Узнаете даже о рунах, о жизни. Да в целом узнаете о ней, как о человеке. Будет вас там рада видеть. Не правда ли? Правда. Но все-таки мы вам порекомендуем покруче идею. Приглашаем вас в наш закрытый семейный клуб Череватые. Он находится в Телеграме, подписка там платная, символически, но вы будете знать всю тайну нашей жизни. Все, что остается за кадром. За кадром телеэкранов, софитов и в целом за кадром, блядь, за стенами нашими. Пару раз в месяц мы там проводим закрытые прямые эфиры или видеозвонок, как это правильно называется, я не знаю, отвечаем на ваши вопросы в живом времени, по видеосвязи, выкладываем туда какие-то легкие ритуальчики, которые, может, вам помогут. Даем какие-то советы определенные. В целом, там все то, что мы никогда не публикуем ни в какой из наших соцсетей, потому что эта тема табу. Короче, друзья, все, кто там подписаны, вы знаете, что вы уже Череватые, меняйте фамилию, пора добавлять себе Череватые даже на свои каналы, и в целом запомните наш хэштег Череватые. Правильно? Вот, поэтому ждем вас в нашей семье, в Телеграме. Чтобы подписаться, переходите на официальный сайт vladchereватый.com и проходите регистрацию в закрытый клуб. Мы вас там ждем.